Сейчас вы узнаете, где каждый из вас должен организовать Новый год. Пожалуйста. Да уж, ёлки-палки, а? Ура! Селебрити! Самый яркий Новый год уже в Селебрити. Селебрити! Будет круто! Здравствуйте! На телеканале Рика ТВ «Город сегодня». Все мы хотим жить в чистом, красивом и ухоженном городе. Но это зависит не только от тех, кто убирает улицы и вывозит мусор. Сколько раз за день вы видите людей, которые плюют на землю и курят в общественных местах? А ведь это нарушение закона. Курение в общественных местах по нынешнему законодательству приравнено к мелкому хулиганству. Курить запрещено не только в ресторанах, на остановках и вокзалах, но даже в подъездах многоквартирных домов. С начала нынешнего года по статье 330 Административного кодекса более 2500 актюбинцев понесли наказание за свою вредную привычку в виде штрафа. А 319 человек суд приговорил к аресту на несколько суток. Всего же за подобное мелкое хулиганство в административный суд поступило 4394 дела. Тем не менее, курить на улице и бросать окурки мимо урны актюбинцы не прекращают. До сих пор законодатели не вынесли статью за курение в отдельный вид правонарушений. Выбросил ты под ноги окурок или ведро мусора. В принципе, нарушил одну статью. Но то, что уже появились реально наказанные люди, обнадеживает. Перевоспитание продолжается. Лучший воспитатель, конечно, труд. На благо общества и себя лично. Работники центра занятости решили помочь в трудоустройстве задолжникам по алиментам. В первую очередь помощь предлагается безработным. Специально для этой цели была организована ярмарка вакансий. Желающих найти работу из числа алиментщиков было немало. В ходе ярмарки каждый мог определиться с выбором. Огромным спросом у работодателей, а их было больше десятка, пользуются профессии слесаря, механика, инженера, сварщика и охранника. Хорошо, если задолжавшие отцы после этой ярмарки получат возможность помочь своим детям. О том, как проходила данная ярмарка вакансий, подготовили репортаж наши коллеги из информационной программы «Факт». Накануне одного из главных государственных праздников Дня независимости Республики Казахстан в нашем городе проходит множество праздничных мероприятий. Желаем вам отличного настроения. Пусть праздник пройдет в самой благожелательной обстановке. Здоровья вам и вашим близким, и мира нашей стране. Любой праздник вы сможете отметить в караоке-ресторане «Селебрити». Телефон для справок 773-222. Здоровья вам и будьте независимы! Сейчас вы узнаете, где каждый из вас должен организовать Новый год. Пожалуйста. Да уж, ёлки-палки, а? Ура! Селебрити! Самый яркий Новый год уже в Селебрити. Селебрити! Будет круто!